Сегодня пришли покормить уточек. Гусиков. Гусиков и уточек. Вот их сколько много. Ого. Переговариваются между собой. А утки же пустые. Наглые такие. Ну да. Они же маленькие. Это пока шею нагнет, она уже все съела, смотря на между ними. Как. Рыбки красные, там тоже. Тоже пришли, да? Да, вон со дна красные рыбки. Видишь? А может это лапки гусиные? Нет, рыбки. О, кто вас спугнул? Это кто вас спугнул? Это что такое? Куда вы все? Куда? Кто вас там за лапы хватает? Крокодайл? Не знаю, прям все. Рыбки красные, вот они. Ребята. Рубятки. Хлебушка-то уже все, чуть-чуть. Хлебушка-то чуть-чуть уже. Ой, ну он стоит вот на этой приступочке, аж ножкой держится тут. Ой, вы мои сладкие. Вы же мои сладкие птички. Ну, сколько еще их идет? Ну, ребятки, все уже. Что же вы оттуда свалили-то, а? Что вас там напугало? Это наши канадские гуси, откормленные. Да. Которые готовятся к полету на зиму в Америку. Девчонки. О, о, о. За что ты его? За что ты его? За хвост? За то, что кусок хлеба отобрал. Ты что такой агрессивный, товарищ? Он не цапнуть, он шипит еще, слушай. Да. Вот это уточки. Все, девчонки. Ой, ой. Так, нас на нас не надо нападать. Вот и. Вот с, как я, с зеленой такой головой это самец, а вот это самочки. Вот он самец подплывает. Красавчик. Какой красавчик. Вот самочка. А это гусь. Жирный, откормленный. Все, хлеб кончился. Повернулись к нам задом и поплыли дальше. Кино закончилось.